Пандемия коронавируса – не повод забывать о своих долгах. Тем более, что оплатить долги и проконсультироваться со специалистом – возможность есть. Обращаем ваше внимание на специальные переносные ящики для приема корреспонденции, которые установлены в каждом структурном подразделении регионального управления Федеральной службы судебных приставов. Эти переносные ящики проверяются на наличие либо отсутствие корреспонденции несколько раз в день. И в этот же день вся корреспонденция регистрируется. По вопросам, требующим оперативного реагирования, как то отмена наложенного ареста на денежные средства должника, можно обратиться по телефонам, указанным в разделе «Контакты» официального интернет-сайта управления или по телефону дежурной части. Хотела бы обратить внимание жителей региона и на то, что получить информацию о наличии либо отсутствии задолженности можно также на нашем информационном ресурсе «Банк данных исполнительных производств». Для получения информации необходимо в определенной графе ввести фамилию, имя, отчество или номер исполнительного производства, если он вам известен. После этого вы получите полную исчерпывающую информацию об этом исполнительном производстве. Либо получите ответ, то что по запросу никакой информации не найдено. Еще раз напоминаем, жители региона могут направить в управление письменное обращение по адресу город Тверь, улица Веселова, дом 6, либо воспользоваться электронным ресурсом интернет-приемная. Все обращения будут рассмотрены в 30-дневный срок, кроме тех, которые требуют оперативного вмешательства, они будут рассматриваться в течение текущих суток. Также для удобства граждан функционирует мобильное бесплатное приложение ФССП. Приложение позволяет не только получать информацию о наличии либо отсутствии исполнительного производства, а также позволяет произвести подписку для того, чтобы получать в реальном режиме уведомления о наличии появившихся долгов. Во всех структурных подразделениях службы на ваши звонки отвечают дежурные судебные приставы. Кроме того, специалисты на днях стали выходить по адресам должников, не посещая при этом квартиры и дома. На сегодняшний день распоряжение директора службы действует, как и общее распоряжение, да, в нашем регионе губернатор до 29 мая. Если этот режим будет продлен, то, соответственно, мы об этом также уведомим. Если нет, то также на наших объявлениях, да, которые есть в структурных подразделениях и в интернете, мы обязательно уведомим граждан, что переходим в обычный режим работы.